собрали елку. Вот такая высокая елка. Да, свисток. Игрушки. Будем наряжать. Такая у нас елочка еще бежит. А это еще одна гирлянда. Распутываем. Тёма, аккуратно, там гирлянда, порвёшь. Кому понравилось, ставьте лайки и подписываемся. А канал вот один котик. Еще пока-пока. Нет, еще не пока, Тём. Девочки, такая красота у нас получилась. Такая вот шикарная наряженная елка. Будем сегодня украшать окна. Илюша носится. Тёма сегодня в садик не пошел, проспал. Вот тут украсили. Илюша, что? Что ты бегаешь? Давай включи. Дай Тёме, Тёма включит. Мама, розетку. Розетку сейчас включу. В ожидании мультика, да? Илюш, помаши всем. Привет! Привет! Илюш! Всем привет! Илюша! Как спортсмен. В трусах, в майке, в носках. Лайк, да? Мы
Я могу подать нам еще. А ну расскажи стишок. Садику учил. Умничка. Посчитаем население, сколько нужно угощения. Раз, два, три, четыре, пять. Не забудь меня позвать, да? Нет, не забудь ребят позвать. А, тебя позвать? Ребят позвать. А, ребят. Вот, девочки, ребят. Так что вот такой у нас начинается праздник новогодний. Да, еще подарки еще. Да. У нас будет Дед Мороз придет к нам. Так, елку мы нарядили, комнату более-менее украсили, остались окна. Вот достала такие снежинки. На окна будут цеплять. Надо еще докупить, их мало. Вот такие плакатики. Это все на окна, это двухсторонние плакаты. Идут на окна. Вот это я недавно купила этот плакат. Тоже на окно. Тоже двухсторонний. Наша Снегурочка. Большая. Еще одна с Дедом Морозом. И колокольчик. Большой. О, нет, еще Дед Мороз прилип. Еще вот такой Дед Мороз. И вот такой колокольчик. Это все будем вешать на окна. Еще у нас, девочки, небольшая покупка. Илюши сапожки взяли. Демар. Фирма Демар. Очень мне нравится эта фирма. Они легкие. На овчине. Тепленькие. Не сковывает ногу, ну как раз для такого возраста. Купила я их бэушные через интернет у девочки. Они мне обошлись с доставкой 300 гривен. Ну очень рада я, что у меня ребенок кабуты. Еще покупка вот такая. Домашний кукольный театр. Русские народные сказки. Это я купила здесь, девочка продавала за 300 рублей. Надо теперь осталось сделать ширму, и будет у нас кукольный театр. Сейчас я вам покажу, что тут есть. Это книжечка. Здесь показано полностью роли, распределение ролей, как сделать кукольный театр, этот ширму, ну все-все-все. Описано. Очень интересно. Но это после праздника уже будем делать ширму. Что такое? Что случилось? И вот такие вот игрушки. Вот он, дед у нас. Оп, Илюша. Вот такая у нас бабушка, внучка. Что тебе там еще дать? Еще одна кукла, вроде как внучка, Мишка и собачка. Вот такой вот набор. Очень интересный. Так что ждите. Сделаем ширму и покажем вам наш кукольный спектакль. Театр, спектакль. Театр, наверное, кукольный. Вот такие небольшие у нас покупки за это время произошли. Всем удачного просмотра. Спасибо, что были с нами. Всем пока.